В этой профессии Ренат уже более 20 лет. Уже даже не вспомнит, сколько построил за эти годы. Но в каждый дом, говорит, вкладывал помимо мастерства еще и душу. И своим детям показываю, что кто строил. Все, вот то, что с ребятами, с друзьями, с бригадой. Все, подымали эти стены. 7 лет назад его команда участвовала уже в этом конкурсе. Заняли первое место. Вот и сейчас пришли за победой. За 20 лет уж нет сложной части. Все уже, руки набиты. А вот с теорией хромаем. На стройплощадке сегодня всего 5 команд. Организаторы в этом году решили привлечь и студентов строительных специальностей. Ренат выбрал эту профессию по примеру отца. У них целая династия строителей. Глазомер важнее всех инструментов, говорит он. Терпение, внимательность, точность. Каменщик — такая специальность, как бы уже, скажем, не все хотят уже идти туда, в эту работу. Поэтому проводится для того, чтобы поднять, как-то показать, что это тоже довольно-таки интересная специальность. Фронт работ внушительный. На все всего 1 час. Здесь определяют не только умельцев своего дела, но и помогают оттачивать мастерство. Правильность кладки, ровность кладки, сколько раствора ушло, промежуток между кирпичами раствор, правильность укладки складочной сетки, как они уложили, и время. Очень часто каменщикам приходится работать на высоте и под открытым небом, поэтому эта профессия считается чужой. И сегодня участники этого конкурса доказали это на своем примере. Один кирпич только весит 5 килограммов, и швы между ними не должен превышать 1 сантиметра. Скорость здесь не главное. На первом месте – качество кладки. По словам участников, самые тяжелые – теории. Этот этап называют настоящим ЕГЭ для строителей. Победители отправятся уже на республиканский конкурс. Ильза Хамидуллина, Ирк Хабибуллин, ТНВ, Альметьевск.